Можно урвать этот капитал, но некоторые что бегут? Покупают машину, мебель, квартиру там и сели на затратах. А настоящий предприниматель это покупает в последнюю очередь. Вот на 10%, которые у него, вот это туда. А все остальное продолжаешь в бизнес кидать. Я, кстати, долго ездил на такси, пока я решился покупать машину. Я долго не покупал себе квартиру, потому что деньги реинвестировались. Мне надо было расширяться. Пока я это не купил легко.